Так, давайте запустим у нас компрессор, посмотрим, как он работает. Ну, я скажу честно, вот первый раз, когда я включил, по ощущениям, мы децибелы не меряем, ребята там, наши партнеры мерили, по ощущениям децибелов 50. Но на слух в раза 3 он работает более бесшумно, чем обычные компрессора. Вот мы уже нагнали рабочее давление в 8 атмосфер должно быть. Даже 10 атмосфер нагнали. 10 и 8. Не, 8 атмосфер. Сейчас я чуть приспособлю. Вот видите, как он работает. Работает очень тихо. И без шума. Компания Литромотор. Сегодня мы начинаем серию роликов про действительно хиты продаж на рынке Украины. Это безмасляные компрессора торговой марки Hyundai, которые отличаются абсолютной бесшумностью. Мы еще сделаем в конце обязательно запуск данного компрессора. Может, и в начале ролика показали. Они действительно, эти компрессора работают в два раза более бесшумнее, чем обычный масляный компрессор. Значит, здесь у нас моделька, если вы видите, HYC1406S. Значит, это самая маленькая моделька из модельного ряда Hyundai. Их три бесшумных компрессора. Здесь у нас моделька с ресивером на... Вот этот вот ресивер у нас на 6 литров. И мощностью двигателя, вот этот мощность двигателя, у нас 750 ватт. Основная особенность данных вот двигателей в особом расположении непосредственно цилиндров. То есть цилиндры находятся на оси двигателя, видите, да? То есть сама ось двигателя и тут и цилиндры на одной оси. Очень такая внешне необычная конструкция, непривычная. Но тем самым достигается безмасляность. То есть получается воздух без примеси масла, воздух высокого качества, и который не требует последующей очистки от масла. Значит, это первое, мы имеем безмасляный, очень тихий компрессор. И что еще из таких вот особенностей? Да и, в принципе, компактный. Значит, сразу хочу показать вам фильтр. Посмотрите, как выполнен воздушный фильтр. Это не так, как в обычных китайских. Прилепили, что попало. А здесь именно мы имеем фильтр типа HEPA, который в разы получается лучше качество воздуха. Вообще, компрессора такого класса, это идеально для аэрографов. Для каких-то таких вот приборов можно также использовать и под подкраску. Качество воздуха очень хорошее. Обычно берут в гаражи, домашнее хозяйство. Компрессор небольшой. И поэтому очень легкий. Не комплектуется колесами. Стоит, вот видите, вот на таких вот резиновых ножичках, присосках. Кроме того, наличие, вот видите, вот под двигателем таких вот резиновых демпферов, резиновых присосок позволяет. Тут, кстати, тоже шланг такой вот необычный, как медный, а такая вот трубка. Все это позволяет работать его просто бесшумно. Для переноса используется вот эта вот ручечка такая у нас. Показываю вам близко. Сама система управления, она стандартная для всех компрессоров. Имеется два у нас манометра. Один, который показывает давление в баке, другой показывает у нас давление, которое подается на пневмооборудование. Сейчас я попытаюсь его подрегулировать. Также идет быстрый съем. По производительности данный компрессор где-то 140 литров в минуту. Очень быстро накачивается. Блок управления, который отключает данный компрессор при достижении заданного
давление, обычно это 8 атмосфер. И включение-выключение происходит благодаря вот этой красной кнопочке. И есть контрольный клапан сброса давления. Если вдруг система автоматики не сработала, тогда срабатывает блок. В общем, друзья, техника очень надежная, хорошая, компактная. Компрессора — это новинки 2021 года. Очень хорошо продаются. Если возьмете, однозначно не пожалеете. Еще раз покажу органы управления. Это вот коробочка, видите. Ну, вот это вот прессостат, манометры, клапан сброса давления. Это вот все стандартно. Показываю близко голову, показываю качество литья. Поверьте мне, что если возьмете, то однозначно не пожалеете. Что еще? По цене, конечно, надо сказать. Значит, будут у нас все три обзора компрессора, переместили их в офис. По цене. Цена на сайте у нас рекомендованная розничная. Ту, которую просит поставить импортер. Промокод на компрессоре, компрессор 2020. Ну, однозначно советую, если вас такая техника интересует, пишите Viber 063-426-1010. Пишите Viber, договоримся по цене, сделаем вам либо скидочку, либо сделаем какой-то подарочек. В общем, сделаем такие условия, чтобы по-любому останетесь довольны. Кстати, уже снимал, еще посмотрел. Вспомнил, что есть клапан слива конденсата, который скапливается в самом ресивере. Перед запуском нужно вот здесь вытащить, там есть такая пластиковая заглушка, и поставить, не забудь поставить вот этот воздушный фильтр, который я снял. Он обычно примотан к ручке. В общем, читайте, друзья, инструкцию. Техника будет работать в два раза лучше. Покупайте компрессора выгодно. Всех ждем в компании Электромотор. Hyundai технику однозначно советуем. Техника просто бомбезная. Купите, не пожалеете.